Книга «Лучший друг человека». Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Марианна Мирная. В гостях у меня сегодня люди, для которых эта фраза – образ жизни. Представители Самарской областной юношеской библиотеки. Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Баранова, Женя Кусто. Рассказывайте, чем живет у нас нынче Самарская областная юношеская библиотека, потому что я знаю, несмотря на то, что лето и, может быть, школьникам-подросткам не нужны какие-то учебные или программные вещи, но они все равно посещают библиотеку. Зачем? Конечно, в летний период, когда много свободного времени и у школьников, и у студентов, замечательный повод прийти еще раз к нам в юношескую библиотеку. И в день 25 мая, когда отзвучали все последние звонки, мы приглашали молодежь на первый наш молодежный проспект. Это была гик-вечеринка, посвященная тоже литературе. Что такое гик-вечеринка? Что это значит? Гик-вечеринка, вообще гики – это люди, которые увлекаются некоторыми течениями современной культуры, например, комиксами, либо фантастическими фильмами, сериалами. А, собственно, им и был посвящен этот день. В этот день мы открывали молодежный проспект. Пришли люди, поклонники «Звездных войн», потому что 25 мая была премьера первого фильма о «Звездных войнах». Mm-hmm. Пришли поклонники Дугласа Адамса и его прекрасного романа «Автостопом по галактике», который каждый год 25 мая отмечают День полотенца. Это такой всемирный флешмоб. Да, и поклонники Терри Пратчетта и его «Плоского мира», потому что в этот день также отмечается и День плоского мира. Вот все эти люди пришли, они были гиками, и для них мы устроили огромный супер-мега-веселый праздник. Ну вот давайте, да, продолжим в тему, потому что, понятно, библиотека чаще всего это книга, но сейчас вот все современные веяния и тенденции, да, сподвигают и библиотеки тоже, да, переходить на какие-то новые форматы. Чем еще живет вот как раз библиотека, какие какие-то праздники и события там проходят? Ну вот, в продолжении темы молодежного проспекта мы встречаемся каждую пятницу вечером, специально в удобное для молодежи время, с 19 до 21 часа, и приглашаем молодежь абсолютно на разные тематические встречи. И вот первая гик-вечеринка была, потом день настольных игр, потом был киномарафон у нас. И вот 1 июля у нас состоялся День М. Все его отпраздновали 27 июня, День молодежи всероссийский, а мы решили продлить нам праздник нашей молодежи самарской и отпраздновали его именно в пятницу, в вечернее время. И как раз-таки мы пригласили молодежь на тему тоже литературная. Потому что связывает современную молодежь и что сподвигает на разные споры? Конечно же, книга и литература. И организовали литературный турнир при поддержке литературной среды журнала. И как раз-таки назвали его очень интересно. «Юношеская среда в пятницу». То есть mm-hmm. такую магию добавили. Вот. Ну, естественно, были интерактивные площадки, это и настольные игры, и литературная мафия. Кстати говоря, крайне популярный клуб нашей библиотеки, который собирает уже на протяжении, наверное, 2 лет по четвергам свою аудиторию. Молодежь приходит и играет с удовольствием. Вот. И таким вот веселым творческим вечером получился у нас День М, День молодежи, максимально мобильных, максимально модных, молодых людей. Вот. И как раз-таки мы приглашаем молодежь на различные клубные объединения. То есть они действуют у нас в библиотеке практически каждый день. Например, в среду у нас клуб «Головоломки» mm-hmm. заседает с 4 до 6. Как раз-таки удобное время тоже для молодежи. В четверг мы приглашаем на литературную мафию в 17:00. И в пятницу, каждую пятницу мы молодежный проспект празднуем. Кому приходят все эти светлые идеи в голову? Потому что, Жень, вы занимаетесь пиаром, да, я так понимаю, и часть, наверное, идей принадлежит и вам. Где они берутся и как это все работает в том плане, как... А давайте сделаем вот это, да? И кто принимает решение о том, делать это или не делать? И насколько есть понимание того, что да, у этого будет выхлоп, а это вот стоит повременить или в другое какое-то время ту или иную вот, процедуру воплотить в жизнь? Ну, дело в том, что сегодня мы уже все понимаем, что библиотека – это не только книги, это более широкое какое-то пространство
и территориально, поэтому мы выходим на улицу, именно поэтому Молодежный проспект, но и идейно. Поэтому помимо того, что у нас можно познакомиться с какой-то новой литературой, можно и с какими-то новыми идеями познакомиться. И вот, например, 8 июля у нас состоялась выставка работ. Это первая выставка Маши Крючковой, молодой самарской художницы. У нас есть очень много людей, которые занимаются разными вещами, например, комиксами. Каждую субботу действует комикс-клуб, ну и, конечно же, мы все ждем выставку авторского комикса, в которой наш комикс-клуб, который в Самарской библиотеке юношеской участвует, точнее, даже организует его. И так как команда — это достаточно молодые, креативные люди, они все приходят с идеями, и мы приходим с идеями, говорим то, что, боже мой, у меня сегодня посетила такая идея, такая мысль, давайте вот сделаем так. Поэтому, например, 15 июля мы подумали, что это середина лета, большой водораздел, и мы устроим праздник «День Нептуна» с мокрыми играми какими-то, с огромным просто 100 на 100 морским боем. При этом у нас будут яхтсмены, которые будут показывать, причем построят прямо внутри библиотеки некое подобие яхты и будут рассказывать, как с ней обращаться. Потом, прям в воду будете лить? Прям будем лить воду. Прям выйдем на улицу и будем лить воду, а внутри уже будем, как сухопутные, пробовать себя в роли, например, морских адмиралов и будем вести войны морские. А потом 22 июля нас ожидает не менее яркое событие. Это ярмарка Возрождения. К нам придут настоящие рыцари. Они будут показывать, как биться на мечах, как носить латы, будут рассказывать. А 29-го будет Самарский фестиваль авторских короткометражных фильмов, где люди, которые этим занимаются, наши самарские ребята, будут показывать, чего они добились, будут приглашать всех попробовать вместе с ними. А драматург Сережа Давыдов устроит целую лабораторию по созданию собственной короткометражки. Слушайте, потрясающе. Вот эти все веяния, они... Даже не веяние, как бы, вот эти все мероприятия, события, которые вы делаете. Вам это диктует как бы окружающая среда? Или, то есть система какая? Вам что-то навевает, вы делаете. Или наоборот, вы что-то придумываете, и от вас уже идет, распространяется какая-то задумка уже в массы. Как? Мы в симбиозе со Вселенной действуем. Хотела сказать, что у нас симбиоз. У нас есть и творческий коллектив, где молодые креативные ребята собираются и креативят, думают, что бы было бы интересно. Вот мне интересно, значит, и молодежь придет на это. По-любому должно быть, выстрелит. А есть и такая ситуация, когда приходят извне наши читатели, посетители, да просто кто-то вот задумался, что вот было бы здорово организовать это. Мы, конечно, рассматриваем какие-то более такие масштабные мероприятия, организуем, поэтому мы очень рады, когда к нам приходят с такой идеей. Вот. Да, так у нас вышло, например, с выставкой Ван Гога большой. К нам пришли ребята из цифрового музея «Передвижники РФ». Угу. У них была возможность показать цифровую копию картины, которая была очень близка к оригиналу, «Дорога после дождя» в Авере. Они хотели представить, им нужна была площадка, ну а мы придумали уже после этого огромный какой-то интерактив, где надо было на большом постере Ван Гога вернуть ему ухо, где можно было поучаствовать в мультфильме, который написан по мотивам его картин. Ну и современный и модный, в принципе, формат сегодня — это посмотреть мультимедийные проекции на экране, там как-то тоже стать их частью. И все это родилось извне, и постепенно из этих кирпичиков выстроилась какая-то система. Кстати, о кирпичиках. Я помню, мы строили зимой ледяной такой кинотеатр. Да, да? Да, долго он в итоге простоял? Неделю он выдержал. И простоял, и, ну, к сожалению, погода нас подвела немножко, и он под конец уже начал рассыпаться. Но в следующем году, в 2017, мы обязательно будем еще строить что-то интересное. Да, у нас есть идея, но какая, не расскажем пока. Ну, хоть тайну немножечко, вот чуть-чуть. Это будет что-то ледяное и большое. Что-то ледяное и большое. Замечательно. Я думаю, что мы тоже поприсутствуем. Телеканал «Самара ГИС» обязательно приедет. Смотрите, такая интересная штука. По большей части, ну, понятно, лето, жарко, все куда-то там стремятся, может быть, за город или на пляж. Детей тоже родители направляют в какие-то там лагеря, там еще куда-то. Тем не менее, у вас же все равно наверняка есть какой-то костяк тех, кто вот все равно
целенаправленно каждый день или каждую неделю именно приходят, да, в стены библиотеки для того, чтобы вот посетить, да, какой-то клуб или какое-то объединение и так далее. Вот какие-то есть постоянные у вас, так скажем, посетители, на которых вы уже знаете в лицо, по именам? Да, конечно. Это очень большое количество молодежи. Каждый клуб, они практически, да, на самом деле, каждый раз приходят, каждую неделю приходят на заседание и не уходят. Потому что это встреча с единомышленниками. Да, 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 да. А ее сложно найти, но плюс мы не будем забывать, что а молодежь — это вот не только там 14 лет, это до 30-35, mm-hmm. и это люди, которые работают, и вот в пятницу вечером они еще никуда не уехали, но им уже хочется чего-то, поэтому вот для них мы начинаем пятницу вечером вот так вот, а потом уже в выходные они могут развлекать себя как угодно, ну и в том числе многие приходят в выходные в библиотеку, ну тот же комикс-клуб, например, это ребята, которые... Вот прям жаждут, они ждут каждую неделю, чтобы прийти и рассказать, что я вот такой комикс прочитала, познакомилась с таким автором. Я тоже, кстати, помню, автор «Девушка из Тольятти», да, по-моему, приезжала, да, к нам, да, презентовала свой комикс. У нее там продолжение уже выходит, нет, нам когда ждать продолжение истории про Цезаря? Вообще, это очень классная история, потому что после того, как она презентовала комикс у нас, на нее обратил внимание одно из крупнейших комикс-издательств России, точнее, даже можно сказать, прям самое-самое глобальное. И теперь у нее прям вот такой всемирный почти, ну, всероссийский уже точно проект «Цезарь великолепный», и мы ждем уже мировую славу, чтобы она прям показала себя во всей красе. Слушайте, это замечательно. Еще какие-то есть вот такие выхлопы, когда от того, что происходит в стенах библиотеки, от того, что люди покреативили, да, создали что-то, а потом кто-то идет вперед и добивается каких-то успехов? Конечно, это же только начало. Мы даем возможность выразиться людям, которые хотят этого. Потому что если у тебя есть талант, тебе только надо найти точку опоры, чтобы перевернуть всю эту землю. И вот мы — это точка опоры. Если вы талантливы, приходите к нам, ищите себя, находите и становитесь, не знаю, там... новыми, сверхновыми даже звездами. Ну вот так, такими звездами, мне кажется, стоит назвать нашу поэтическую мастерскую, которая действует, точнее действовала, мы их выпустили в феврале месяце, угу. Но тем не менее они остались добрыми друзьями юношеской библиотеки. И вот, например, на Грушинском фестивале с 1 по 3 июля они организовали целую площадку слов. И на эту площадку приехали даже Евгений Евтушенко, угу. Игорь Волгин, рассказывали свой опыт, передавали, очень открыто, душевно общались с нашими поэтами, и не только с нашими. Там площадка пользовалась достаточно большой популярностью. И пожелали нам успехов, даже автограф оставили, мы очень рады этому. Так что наша... объединения, они растут, развиваются и находят себя уже во внешней среде. Также у нас проект «Грувология», музыкальный проект, который известен по всей Самарской области, а может быть даже и во всей России. Да, по всей России, потому что ее ведущий Александр Красовский, он перемещается с данным проектом по России. Угу. Рассказывает, показывает, как это в жизни. И мы даже... делали виртуальную креативную сессию, где демонстрировали библиотечному сообществу и молодежному, и да, молодежному сообществу вот наш проект, дабы расширить границы этого проекта. Еще такой момент. Есть ли поколенческая какая-то передача вот, желания и любви посещать юношескую библиотеку? Есть у вас такие, кто ходил туда, будучи вот как раз подростками, юношами, а теперь и его дети там туда ходят? Вы знаете об этом, что вы сами молодые девушки, но, может быть, сами эти родители или эти дети рассказывают о том, что еще моя мама сюда... Да, вот у меня как раз девушка на клуб приходила. Мы с ней встретились, когда ей было 13 лет. Она говорит, а мне вот мама приходила, сначала бабушка приходила, потом мама, вот я теперь прихожу на клуб, и приводила очень много друзей, то есть такая сменяемость поколений есть. У нас, кстати, даже родился проект в связи с этим «Отцы и дети», угу. когда встречались поколения взрослых людей и более молодые, и вот находили точки соприкосновения в различных креативных формах, и спорили, были и лекционные встречи, и самое главное, этот симбиоз
произошел. Молодежь и взрослое поколение, они нашли общие точки соприкосновения и начали разговаривать почти на одном языке. Вот, что нас, конечно, радовало. И часто можно увидеть то, что бабушка ведет внука к нам в библиотеку. Ну, очень много молодых родителей, у которых приходят. Совсем еще маленькие детишки. Они приходят, берут им какие-то книжки, себе берут. То есть видно, что вот этот ребенок, все, он теперь наш клиент. Да. Кстати, книжки берут. Читать-то кто-нибудь ходит к вам? А то потому у вас тут то одно мероприятие, то другое. Тут праздник, тут клуб. Читать кто-нибудь приходит еще? Читать, конечно, что вы. У нас очень много новых, интересных книг. Постоянно пополняется библиотека современными писателями, интересными. И, естественно, ну вот нет никаких вариантов. Даже если к нам кто-то приходит на праздник или на клуб, все равно кто-нибудь возьмет, домой почитает и опять-таки снова возвращается. Все, они наши. Мы их сами читаете то, что новое приходит, удается? Это же входит, наверное, да, в чью-нибудь обязанность? В обязанности, конечно, не входит, но мы читаем, конечно, с удовольствием. Например, ну вот я люблю графическую прозу, и так как у нас есть целый большой отдел комиксов графической прозы, с удовольствием читаю ее, что-то беру, о каких-то новых книгах наоборот рассказываю, ну и, конечно, классику тоже. Просто вот если придет человек, который, допустим, перечитал он уже всю классику, все он знает, а новенького чего-то хочется, какую-то консультацию там же можно получить, да, у вас? Конечно. По поводу того, что, какой автор, о чем пишет? 100%. У нас в отделе обслуживания есть специально консультанты, которые... их называют библиограф, которые, безусловно, знают всю новую литературу и всю классическую литературу. И под ваш запрос, что вот иногда бывает такое, ну, я не знаю, что почитать, вроде уже все перечитал. А они находят какие-то зацепочки и рассказывают, показывают именно то, что человеку нравится. И он возвращается за новой книгой. Это очень отрадно для нас. Ну и, конечно, тематические книжные выставки, которые приходят и по новинкам, есть по тематикам разным. То есть можно вот увидеть, вот такую я уже читал, а вот это лежит рядом. То есть ее, наверное, тоже стоит взять и почитать. Они тоже сменяются каждый месяц, и там вот точно вы найдете что-то такое, с чем вы, возможно, столкнулись взглядом вот так вот мимоходом, и теперь вы... А бывал еще такой случай. Молодой человек пришел просто навстречу в библиотеку и зашел, оформил читательский билет, зашел в книжный зал. Я ему показала, вот такая литература, сякая есть. То есть ты в любом случае найдешь на любой вкус и цвет, безусловно. Он мне сначала на слово не поверил, потом увидел, говорит, я искал ее, она стояла на выставке, вы не представляете. Говорит, я искал несколько лет и нашел именно в вашей библиотеке. Думаю, вот, приходи, точно найдешь. Вот сейчас начали говорить о том, что вот это точно там наш клиент, да, какой-то в перспективе. Вот какой он ваш посетитель? Есть у него какие-то определенные, не знаю, черты или характеристики? Потому что молодежь же разная все равно у нас бывает. Можно встретить и какую-то не очень, видимо, хорошую. Вот. К вам, наверное, же хорошая молодежь ходит, да? Те, которыми их можно назвать перспективными. Да она вся хорошая. Просто есть те, кто уже нашел свои книги, а есть те, кто еще только найдет свои книги. Да, и с этими ребятами мы более активно работаем, потому а что надо помогать, да, они же вовлекать ее в творческую деятельность и найти ту литературу, которая им по душе придется. Чего не хватает? То есть, когда вы даже разрабатываете какие-то креативные свои идеи, вот бывает такое, что упираетесь во что-то, что нет, вот это не получится, будем как-то обходить какие-то, искать обходные пути? Всегда чего-то не хватает, потому что предела совершенства ему не существует просто. Но зато, когда чего-то не хватает, появляется знаменитое выражение о том, что голь на выдумке хитра, и у нас появляются новые сверхкреативные идеи, которые до этого, может быть, нам и не пришли, если бы у нас было вот все сложилось и срослось. Но нет, чего-то всегда будет всем недоставать. Это правильная позиция, на ваш взгляд? То есть, или лучше было бы, чтобы вот по запросу все появлялось и могло происходить вот по мгновению?
Нет, наверное, скорее всего, тогда бы не было простора для креатива. Когда ты в чем-то ограничен, то тогда ты начинаешь включать мозговой штурм и креативить больше, привлекать. А я знаю, вот у этого есть то, у этого есть все, и привлекать волонтеров. И у нас столько друзей появляется, да, благодаря этому. Вот время бы появлялось, да, по мгновению, вот, потому что хочется сразу все всем дать. Да, приходите к нам 29 часов в сутки, 13 раз в неделю. Это было бы замечательно, если бы так было. Надо переезжать куда-нибудь на Марс, наверное. Вот вернемся к моменту вот ледяного этого кинотеатра. Там же, смотрите, у вас была такая штука. Как-то вы так умудрились всех привлечь, что все дома морозили вот эти брусочки, да, и несли их вам. Как у вас происходит вот это сообщение между вами, библиотекой как центром, и ребятами, которые приходят и там помогают, и, допустим, что-то делают заранее для какого-то мероприятия, через соцсети или по телефону, или как? То есть каким образом вы взаимодействуете и точно знаете, что вот эти помогут, эти там выручат, или эти поучаствуют? Ну, здесь все способы, да, на самом деле хороши, и мы и личные связи задействуем, и волонтеры, которые есть у нас на базе юношеской библиотеки. Вот к вам сегодня пришли опять, да, же. И на телевидение выходим, и соцсети тоже нам в помощь. Мы активно везде есть теперь, и в Твиттере, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, везде есть наши странички, мы активно привлекаем пользователей. Ну, конечно, общаясь в самой библиотеке с посетителями, мы находим еще больше отклик. То есть, когда тет-а-тет мы разговариваем, они с большим рвением даже порой приходят и помогают нам. Ну да, и все-таки главное, это не средство, которым мы пользуемся. Оно может быть абсолютно любым, и онлайн, и офлайн. Главное, зацепить какой-то идеей, а уж если идея поселилась в голове, ее оттуда уже ничем не вытравишь, ни это соцсетями, точно, ни телевидением вообще, ни книгой даже, наверное, не вытравишь. Насколько для вас это является, ну, понятно, что это ваша работа, но, наверное, любимая, да, работа и какой-то отдушиной. Что для вас является отдушиной вот в этой работе? Может быть, тоже книга какая-то или где вы ищете? Потому что подпитываться же нужно, когда ты столько энергии отдаешь, творческой тем более. Так они же нам возвращают, общаясь с молодежью. Я вот, например, веду различные клубы, общаясь с ними, подпитываясь их энергией, вот веселью, коммуникабельностью, и мне заряд бодрости придает. А особенно мне придает, например, энергии, когда мероприятие удалось. Вот все довольны, и я сама получила от этого удовольствие. Это вот самое главное, наверное, для меня. На самом деле для меня работа любимая. Я очень люблю свою работу. Это, наверное, пульс миллион ударов в секунду. Ну, а для меня это вообще отдельная история, потому что однажды, придя в библиотеку и познакомившись с людьми, которые схожи со мной по интересам, я поняла, что оттуда я теперь не уйду, я останусь здесь работать, и буду вместе с ними продвигать какие-то свои идеи и развивать их идеи, чтобы все это было в миллион раз ярче для меня и для них. Жень, не могу не спросить, почему фиолетовая прическа? Я уже тут краем уха услышала, что это не начальный и не конечный вариант. Нет, это потому что июль. Да, в июне волосы были бирюзовыми, в августе они будут еще какого-то цвета. Просто я такой человек, мне хочется вот свою внутреннюю яркость вот везде ее выплеснуть, не только в действиях, но и в каком-то таком внешнем виде. Ну и посетители обычно приходят часто, рассказывают про девушку с розовыми волосами, ее потом никто не находит. Говорят, ну, с розовыми волосами не видели, было вот пара человек с серыми и одна с фиолетовыми. Слушайте, вот остается буквально у нас полторы минутки до конца. Насколько вот это лето настоящее, которое у нас идет, насколько оно все-таки наполнено? Или есть еще какие-то окошки, куда еще бы хотелось воткнуть какие-нибудь празднички? Ну, есть, оно конечно и наполнено, но и окошки мы тоже найдем обязательно. Например, вот у нас сейчас формируется программа на август, что-то уже есть, но если вот у зрителей, например, появятся какие-то идеи, и они захотят ими поделиться и придут к нам, и они будут классными, мы скажем, да, давайте вместе с нами, мы займемся этим, мы придумаем еще более масштабный и бомбический проект, и вот вы будете его креативным куратором вместе с нами. Поэтому мы только за. Спасибо вам огромное, что пришли. Удачи вам, успехов. Приглашайте и нас в том числе на ваши все праздники. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи.